товарищи! Ну что, как настроение? Ну давайте, давайте пошумим! Сегодня можно это и даже нужно! Эй! Советский Союз остается в сердцах миллионов российских граждан приятным и немного грустным воспоминанием о стабильной жизни и уверенности в завтрашнем дне. Во многом этому способствовали замечательные передачи телевидения 1970-80-х годов. Как пил в свое время известный бард, телевизор был для советских граждан своеобразным ярким окном в мир, необходимой культурной составляющей всего образа жизни. ТВ-программа тщательно изучалась всеми членами семьи, и кто-то один обычно обводил ручкой время показа любимой телепередачи. Юмористические программы «Вокруг смеха», «Кабачок 13 стульев», сменивший КВН и «А ну-ка, девушки». Сейчас даже трудно представить, что передачи «Клуб путешественников», «В мире животных» и «Очевидное невероятное» собирали у экранов телевизоров всю семью, внимавшую всему, что говорят харизматичные любимые ведущие. Каждое воскресенье все ждали утреннюю почту. Нельзя не отметить и конкурс «Песня года». Следующая композиция в него хоть и не попала, но все же радует всех, как и прежде, своими аккордами. Для вас поет Наталья Лештаева. Встречайте! Немного джаза. Спасибо. Наталья Лештаева и ваши аплодисменты. А мы продолжаем, друзья. Встречайте бурными аплодисментами Ольга Богинская. Дорогие друзья, вспоминаем хит примадонны русской эстрады Аллы Борисовны Пугачевой.